Всем привет! Сегодня у нас очередной ништячок с Китая подъехал. Высокая мощность налобной лампочки. Вот такая коробочка. Я уж этот конвертик не стал снимать, как я открываю. Не очень это кому-то интересно. Вот такой фонарик налобный, ребята. Значит, что тут у нас есть? Тут у нас есть кнопка включения. Магнитик есть, когда он у вас там на лоб приделан, например. Можно сюда вот саморезик прикрепить, чтобы... Ну, или... несколько саморезиков, чтобы в карман не тянуть. Либо, может, наоборот, вот, когда там где-то занимаетесь, там, с машиной, например, вот так чик, прикрепили его, там, к капоту или еще куда-то, и включили. Тоже отлично. Можно использовать магнитик такой мощный. Так, что тут еще у нас в комплекте? Ну, ремешок, собственно, на голову, чтобы его приделывать. Такой довольно-таки качественный. Вот, ну, как ремешком пользуется, я думаю, все знают. Вот сюда он вдевается. То есть вот фонарик так вот будет регулироваться вверх-вниз. Когда вы будете куда-то светить. Когда он будет у вас закреплен на голове. Вот. Вот так вот закрепили. И вторую лямочку. Закрепите у себя на голове с помощью такого вот мешочка. Вот, и будете регулировать, куда вам нужно светить. То есть без проблем регулируется. Так, еще у нас такой шнурочек есть. Да, фонарик можно подзарядить. Фонарик можно подзарядить. Сам USB-адаптер у вас уже, я думаю, есть от кучи телефонов, которые вы раньше использовали. И используете до сих пор. Вот, значит, тут где-то у нас был разъемчик такой. Это я видел разъемчик. Может быть, вот здесь, вот он. Под резиночкой у нас разъемчик находится. Вот. Сюда вы его вставляете. И вставляете в свое зарядное устройство, заряжаете. И потом, соответственно, включаете на эту же кнопочку. Ну, там есть еще кнопочка. Вот первый режим. Это, значит, точка у нас. И второй режим, рассеивающий такое свечение. То есть на камеру вот видно какое-то мерцание. То есть вживую его, конечно же, не видно. Вот, и вечерний тест еще вам покажу. Вот. Ссылочка будет под видео на этот фонарик. В пределах 300 рублей цена, там что-то 300-350. Вот. Кому интересно, заказывайте, хорошая штука, ребят. Вот, в общем, на улице темнота. И мы сейчас тестируем наш фонарик. Вот первое положение. Значит, вот с точкой светит, смотрите. Довольно-таки далеко светит. И второй режим вот такой. То есть светит
не точкой, а такой рассеивающий свет, видно прям вообще отлично. Как бы, ну, перед ногами видно прям вообще четко все. Не знаю, камера передает этот вид или не передает. Но, в общем, вот как-то так.